Формы советских, российских, украинских, эстонских и немецких спасателей. Каски с вековой историей. Макет дореволюционной пожарной части. Бобруйские огнеборцы сняли видеоэкскурсию в самом старом городском депо. Ввиду сложившейся обстановки, Бобруйский горотдел также прекратил принимать гостей в своих пожарных частях. И подобные экскурсии пользовались особым интересом у школьников во время каникул. В преддверии летних каникул Бобруйский КРЧС подготовил онлайн-экскурсию. В последующем планируем подобную экскурсию делать и в другие пожарные части нашего города. Картинная галерея поражает разнообразием цветов. Три десятка полотен рассказывают про будни спасателей. Полагать в очередном отпуске начальника Корола 2-й городской пожарной команды товарища Копиша Ивана Николаевича с 10 января по 10 февраля 1947 года. Основание рапорт товарища Копиша. Это оригинал, документу больше 70 лет. Один из самых старых экспонатов музея. В начале прошлого века этот зал называли Зимним дворцом. На живые концерты приезжали со всех уголков города. Два года назад традицию возродили. Барабан, бас-гитара, синтезатор. Спасатели создали группу Fire Band. Все абсолютно связаны с пожарным делом. Там кто-то диспетчер, кто-то начальник части. Вот. И мы долго-долго занимались, шли к этому, репетировали и потихонечку приобрели материальную базу. Ну и сейчас, конечно же, также выступаем и пожарной части и стараемся также бывать на концертных площадках нашего города. Все виды машин МЧС, пожарный рукав. Ролик уже в открытом доступе на YouTube-канале «Тушилкин из Бобруйска». Виртуальное путешествие длится больше 4 минут. Максим Кембель, Максим Галенко, Бобруйск 360.